Всем привет! Сегодня я хочу попробовать сделать на моем ЧПУ вот такие фасады жалюзи. Я уже сделал тестовую фрезеровку и вроде получилось нормально. Так что теперь сделаю фасад целиком. Использовать буду сосновый мебельный щит, а точнее остатки щита от предыдущих работ. Нарезаю полоски шириной 50 мм, две из которых длиной 55 см и две штуки длиной 25 см. Теперь переходим на ЧПУ. Я на саморезы закрепляю небольшой кусок 10-миллиметровой фанеры. Он будет служить в качестве жертвенного листа. И фрезеруем в нем паз, в который будет установлена боковая рейка фасада. После фрезеровки углы получаются круглыми, так что стамеской делаем их квадратными. Хоть рейка и заходит достаточно туго и хорошо держится, фрезер при движении так или иначе будет ее наклонять, поэтому прикрутим с обеих сторон упоры, соблюдая вертикальность. Рама фасада будет собрана на шканты, так что добавлю макет для фрезеровки по два отверстия на торцах 8 мм. Запускаем ЧПУ. И для справки, по времени одна рейка фрезеруется около 7 минут. А сейчас очень важный момент. Пазы для жалюзи идут под углом. Поэтому после фрезеровки первой рейки нужно зеркально повернуть макет для фрезеровки второй рейки. Иначе жалюзи не сойдутся. А пока ЧПУ работает, перейду к нарезанию ламелей. Использую кусок доски, отформатированный до толщины в 30 мм, и нарезаю 15 ламелей толщиной в 8 мм, а после на рейсмусе довожу их до 6 мм. Глубина фрезеровки пазов была установлена на 12 мм, соответственно длину ламелей мы делаем на пару сантиметров больше. После шлифовки всех элементов фасада приступаем к сборке. Как я уже говорил, собирать буду на шканты, и для того, чтобы перенести отверстие на ответную рейку, я использую вот такие втулки с острым наконечником. После промазываем все клеем, аккуратно поочередно вставляем каждую ламельку в паз и стягиваем все струбцинами. Подведу небольшой итог. В общей сложности на работу данного фасада у меня ушло около 2 часов. Это самой работы, естественно, вы не смотрите, что там уже стемнело. По материалам сказать сложно, но попробую хотя бы приблизительно. Исходя из цены мебельного щита размером 300 на 800 мм, из которого можно сделать 2,5 рамы, мы получаем приблизительно 125 рублей на одну раму фасада. Ну а материал на ламели посчитаем с запасом приблизительно на 100 рублей. Все остальные мелочи, я думаю, вы сами сможете посчитать. В комментариях напишите, стоит ли делать производство таких фасадов серийным, или же спрос на них невелик. Ну а мне остается дождаться следующего дня, когда клей высохнет, и произвести финальную шлифовку материала. Можно это делать вручную, но я буду использовать специальную шлифовальную насадку от Detera.
Как по мне, она отлично себя зарекомендовала еще в ролике про минажницы, посмотреть которые можно по всплывашке в правом верхнем углу или по ссылке в описании. Фасад я делал просто на пробу, так что красить я его не буду. Но могу порекомендовать вот такую краску, я ей уже пользовался, и в два слоя она ложится отлично. Ну а на этом все. И как обычно, если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!